Тюмени поздравили победителей акции «Диктант Победы». Трое тюменцев показали высокие результаты на федеральном уровне. Они написали диктант без ошибок и за очень короткое время. Акция проходила 7 мая. Участникам надо было ответить на 20 вопросов о событиях и героях Великой Отечественной войны. По всей стране диктант писали более 150 тысяч человек. В Тюмени около 2000. Эта победа, она не только моя. Это победа моих родственников. Это победа всех моих дедов, и это для них. А для будущих участников мне хотелось бы проговорить следующее. Дерзайте, пробуйте, и все должно получиться. Мы должны знать о победе как можно больше.